моем канале Никита Браждиков, и мы будем сегодня снимать ролик про Майнкрафт, но деревня номер 12, да, номер 12, и мы сегодня будем развиваться Майнкрафт номер 12, деревня. Копать огороды. Так, давай-ка мы возьмем все предметы, которые нам нужны для выживания. Меч возьмем, изумруды возьмем. Да, это все наши изумруды. Картошка, не, это я покушать. Так, давай-ка арбузы посадим и семена, и жителей. Все. Кажется, у нас все идет. Так, пошли, скопаем тогда уже грядки. Мы даже поздоровались быстро. Уйди. Ты мне в гости пришел, сейчас я тебя закопаю здесь. О, привет, торговец. Ну ладно. У нас здесь, мы в деревне посадили с жителями арбузики, смотрите. Это у нас новая еда, как, кстати. Арбузы очень дорого у скупщика будут стоить, кстати. Я вам забыла сказать. Так, давай-ка мы здесь все скопаем. Так, огородик скопаем. Так, давай-ка мы посадим тогда картошку здесь. Картошку. А, картошку здесь посадим. Да, картошку посадим. А, ну, здесь тоже картошку, к сожалению, поставим. Потому что нам нужно жареный картофель. Там нам на этой неделе нужен. Так, а здесь? А здесь что произошло? Так, а здесь кто приехал у нас на газели? Так, кто приехал на газели? Чья машина? Чья машина? Житель, чья машина? Если я узнаю, чья машина, или если ты был и знаешь, что не поздоровался, кто сюда приехал? Может, скупщик? Кто узнаю, сюда приехал, прибью просто. Так, ладно, давай-ка здесь посадим. Ничего тогда, потому что газель все испортила везде. Так, уйди ты отсюда, вот ты что? Так... Вот я ничего не понимаю, что она здесь делает на моей грядке, а? Что на моей грядке делает, а? Окей, ладно. Как бы говорится, я могу разводить ей. Сейчас все посадим обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, я пойду грядки копать. Там еще грядок много. В общем, я побежал. Ох, как я устал уже, я очень долго работал, я до всей деревни прочистил, я работал очень долго. Все, я здесь прочистил, все уже растет, все хорошо у нас. Привет, скупщик. Ой, извините. А, привет, скупщик, а ты что ты можешь мне, пожалуйста, дать? Я тебе продам, смотри, сколько вещей, я ему все это продам, нечестно, но я себе так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, то есть хватит быстро считать, я не буду больше. Так, давай-ка все принимай, но я тебе не буду это давать. Так, все, давай, мне, пожалуйста, изумруды, а сколько ты мне дашь изумрудов, вот говори. О, ну давай, где изумруды? Так, все, я забрал. И где они? Я не вижу изумрудов что-то. А, давай-ка я... А, ты уже даешь. О, спасибо. Я сейчас заберу. Все, спасибо. А можешь мне дать, пожалуйста, алмазный комплект? О, спасибо. Сколько с меня? А, с меня 26. Наверное, да? Всегда мы знаем деревни друг друга. С меня 26. С меня 22. Сейчас, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три. Все, спасибо. Это капиталку я потратил в деревне, потому что капиталка деревни решила, что я буду... Это моя зарплата. Капиталка деревни решила, что я буду лучше защищать деревню. Теперь у меня будет алмазная броня. Вот, наконец-то я сейчас ее надену. И мы пойдем проверим то же самое место. Так, игрок, надеюсь, больше сегодня не будет всяких там таких приколов, да? Скупщик, ты жив будешь? Или ты бедный? Бедный? Нет? Ну ладно. Я пойду проверю то место. А здесь что такое ТНТ? Погоди, там что-то... Погоди-ка. А, так, раз. Так, здесь ничего. Здесь ничего. Так, ну я ничего не нашел. А, так, погоди-ка. А что я такое нашел здесь? А, привет, житель. Так, погоди-ка, а почему здесь все заложено? Я вот ничего не понял. Это что, деревня состоит из динамита, что ли?
Не, ну серьезно, что из динамита состоит? Ну только это не говорите, что оно состоит из динамита. Надеюсь, ничего не подожжется. Ой, сейчас нервы сдают. А там кто? Ты кто такой? Ты как сюда появился, а? Ты как кто? Здесь что делаешь, а? А? Ай, ты получай. Так, погоди, я не буду нажимать. Я ничего не буду. А ты намекаешь что-то на это? Не надо нажимать на рычаг. Не надо нажимать. Ладно, давай-ка поговорим по табличкам тогда. Так, таблички доставай и давай поговорим. У меня нету табличек. Скинешь? Конечно, скинешь, наверное. Скидывай. О, спасибо. Давай поговорим. И я не хочу говорить. Погоди, ты что-то хочешь сказать? Погоди. Погоди. Так, что он здесь мне написал? Так, давай-ка прочитаем. Ох, я хочу тебя. Вот он все за что ты украл изумруды прошлой серии. Вот я взорву твою деревню. Я же думал, что это ничьи же. Помните, когда я... Нет, игрок, не надо этого делать. Пожалуйста, ну пожалуйста. Да погоди. Это же он хочет взорвать деревню. Погоди. Нет. Что он там? Он еще что-то там пишет. И деревню. И изумруды прошлой серии. И... Так, погоди. Это я все уничтожу. И не будет... Кажется, а сколько там он динамитов написал? По твоей деревне находится... отойди. Находится 5 миллионов динамитов. Ты кто? А? Скажи, сколько динамитов... Погоди, а откуда у тебя ключи? Так, получай, получай. Погоди, давай поговорим. Это ты на газели приехал? Ой, тебе не поздоровится. Погоди, что-то бабахнуло. Мне кажется, что что-то случается. Наверное, там сейчас будет ураган. Это не случайно ты сделал. Скажи, ты взорвешь деревню? Я тебя... Кто победит? Давай-ка так. Кто победит, тот... Ну, мы не будем взрывать деревню. Согласен? Ну, ладно. Доставай свой меч и скажи. Ты сделал деревню? Так, что ты там пишешь? Это я на газели проехал по твоему огороду. Это ты был, да? И скажи, почему это был ты? Только не взрывай деревню, пожалуйста. Ну, давай-ка так, договоримся. Так. Ты что делаешь? Ты что, хочешь, чтобы не взорвалась деревня, да? Вот я смотрю на тебя, и что-то ты делаешь. Я буду над тобой наблюдать. Так, ладно. Ты что-то делаешь, я вообще не понимаю. А ты что-то делаешь, рычаг. Мне кажется, давай-ка так. Ага. Так что ты делаешь? Ты вообще в своем уме? Так, ладно. А теперь давай ПВП. Ну что, давай ПВП вместе с тобой. Только я буду боюсь на рычах. Да, так надо, фух. Надеюсь, я не пробажу. Давай-ка вы за меня будете голосовать. Кто из нас победит? Он? Я? Или ты? На улице еще гроза началась, и сейчас будет эпичная битва против этого игрока и против моего игрока. И кто из нас победит, тот забирает приз, деревню. А ты будешь убирать мою деревню всю свою жизнь. Эту... И ты приехал на этой газели. Получай! Я пока ПВП вообще не умею драться. Сейчас его побежу. Лох. Так, давай. Нет. Так, ай. А! Нет! Нет!
Нет! Нет, все, капец. Больше деревни нету. Деревня, прощай. Как все плохо случилось, блин. Я не победил, но все это пока, деревня. Что произошло? Что произошло вообще? Я только сейчас секунду просто прошла. Динамит что-то, я вообще не помню. А, он меня, наверное, выил. Не надо нажимать, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо нажимать. А давай я буду с этой стороны. Нет, давай-ка сначала эти рычаги уберем. Я знаю, что будет, произойдет. Я только с головой сейчас подумал, когда я сейчас был в подсознании. Я подумал, что этого не нужно делать. Но и что ты со мной сделал за это? Ты с мечом вообще что делаешь, а? Умеешь? Ну что, ПВП? Ну давай, давай, я первый, раз, давай, 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 так, давай-ка, так, давай, 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 ой-ой-ой-ой-ой, ай, ай, так, так, давай, 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 пока он не двигается, давай, давай, ой, 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 трудно, трудно, как, ой, 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 так, ой, 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 сейчас, кто победит, кто победит, кто победит, у меня мало сердечек. Ура! Мы победили! Заберем его вонючие ресты. О, а сколько у него динамита вообще было? Так, давай-ка это все обезвредим. Давайте это все обезвредим. И давай-ка посмотрим, сколько у нас осталось сюда динамита. Ну вот кажется, что больше толщины нету этого динамита. Но у нас толщина этой деревни просто вообще зашкваливает, да, жители? Так, давай-ка, кто будет этот, кто берет весь этот динамит из жителей, тому я дам 356 тысяч блоков изумрудов. Давайте, приступайте. Давай, приступай, убирай. Убирать ты будешь? Да, вот, забегал, забегал. Жду тебя, и ты хочешь, давай-давай. Так, ладно, а что здесь, кто здесь все это? Вот. Я у тебя после этого не буду торговаться. Хочешь, я тебе тоже мотыгу? Так, это житель, что ли, сделал, что ли? Кто это сделал? Бесите очень. Не сбивайте мне настройку. Как отсюда вылезти? Ну, как отсюда вылезти? Вот скажите, почему оно не ломается? Как отсюда выбросьте? Так, давай-ка, да, это всем пока-пока. Всем привет, и кому понравился ролик, подписывайтесь на канал, то есть подписывайтесь на канал, сейчас выберемся мы отсюда, игроку. А, это уже игрока больше нету. Так, здесь у нас все поломано, жители, наверное, все поломали, ну, мне... Так, сейчас разобью вас здесь, давай-ка я сейчас отсюда вылезу. А вы будете убираться здесь. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь идет сильная гроза, ливень идет, много мобов опасных. Все, больше этого игрока нет. О, здесь у нас даже все выросло пока. Так, скупщик где? Скупщик, привет. А где скупщик? Скупщик, ты где? Правда, скупщик где? Кажется, этот игрок... А, этого же игрока больше нет, вспомнил. Ну все, больше теперь никто не помешает этой деревне. Да. И больше с этим игроком закончена история. Теперь деревня находится под качеством, и больше деревни не потревожится. Кстати, вот я здесь випа свою положил, заберу ее. Так, сейчас аккуратно проеду, чтобы огороды свои не затоптать. Я себе эту машину заберу, Мирю Косби. О, какая красивая машинка, мне прям нравится. О, прекрасный, мне привез машинку даже. Прям, ви, прекрасно, прекрасно. Мне...
Тогда это все. Пока, всем пока-пока. Привет всем моим подписчикам. Кстати, у меня здесь еще алмазная броня от него выпала. Сколько динамита продам. Ой, сколько всего от него интересного. Теперь у меня есть маршрутка. Представь, я теперь у нас в деревне есть маршрутка первая. У нас в деревне есть маршрутка. Только я ее сегодня из-за злости мечом ударил. Но... Ничего страшного я с этой маршруткой не сделал. Ничего страшного, ничего здесь не поранено, только маленькая трещинка здесь есть, и все, что-то там такого. Расстраиваться нету. О, прекрасно, здесь еще даже маршрутка есть. Маршрутка хорошая он мне привез. А на это все, пока мы победили. Плохого игрока в Майнкрафте. А на это всем пока-пока. И мы сегодня обезвредены. А, кстати, а под этой деревней сколько находится динамита? Давай-ка проверим. Так. Погоди, я чуть деревню свою не уничтожил, правда. Кажется, вы понимаете. Вся деревня находится под динамитом. А на этом всем пока-пока. Я опять буду всю 1500 времени тратить на восстановление этой деревни.